Среднесуточная температура в Ярославле плюс 24-25 градусов. Если верить данным метеорологов, это на 7-8 градусов выше, чем обычно. А городские термометры фиксируют плюс 39. Люди тянутся к воде, и вот тут важно помнить правила безопасного поведения на солнце. Жаркая погода – не время отдыха для спасателей. Переполненные пляжи – это повод усилить контроль за купальщиками. Завидев красный пожарный катер, люди отвлекают свое внимание на доносящийся голос инспектора. Соблюдайте правила безопасности. Строго запрещается распитие спиртных напитков, купание в состоянии опьянения. Дорогие родители, ни на секунду не оставляйте своих детей без присмотра. Будьте внимательны к себе и близким. Регулярные рейды по городским пляжам отряда противопожарной службы совместно со специалистами ГИМС – одна из мер, предпринятых после экстренного предупреждения метеорологов об установлении в Ярославской области аномальной жары. Рейды осуществляются для профилактической работы, для информационной работы, то есть проводятся беседы с жителями города Ярославля и гостями. Эти катера, дополнительные патрулирования проходят, значит, по пляжам, где выдается людям информацию, как себя вести. В Ярославле всего 3 официальных пляжа, однако патрулируются и неофициальные места купания горожан. С начала года на таких объектах утонуло 4 человека. Основная причина – купание в нетрезвом виде. На таких пляжах спасателям помогают добровольцы. Благодаря таким усилиям я все-таки думаю, что нам удастся уменьшить гибель в этом году на водных объектах. Но еще раз повторюсь, в связи с такими температурными режимами, естественно, желание людей прийти к водоему, отдохнуть, искупаться. И при этом еще раз обращаю внимание на правильное поведение у воды. Усиленное патрулирование спасателей на воде продолжится, пока не начнется снижение температуры воздуха. Ольга Соловьева, Георгий Колчин, Сергей Ватин. День в событиях.